субботний вечер, когда взрослые дети вместе трудятся во имя добра. А открыла концертную программу не я, а народный вокальный ансамбль «Элегия» Речицкой детской школы искусств под руководством Елены Поповой. Аня, ты совсем меня заболтала. Вы даже не поздоровались со зрителями. Нужно срочно исправлять. Добрый день, дорогие гости нашего праздника. Как же я рада видеть вас всех. Ведь мы собрались в этом замечательном зале не просто так, а по особому поводу. Прекрасно провести время и оказать неоценимую помощь особенным детям. Приветствую всех неравнодушных речичан. Мы рады, что есть в нашем городе люди, не безразличные к судьбе земляков. Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Речицкий центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где воспитываются дети с особенностями психофизического развития, дети, нуждающиеся в специальном образовании. И сегодня в зале присутствует директор центра Людмила Олеговна Старовойтова. Мы надеемся, что теперь, после концерта, вопрос «А где же у нас такой центр?» не будет звучать из уст речичан. Город должен знать людей, занимающихся важным и благородным делом. Ну а мне не терпится продолжить концерт. Вальс «Гран» на тему Макроусова «Осенние листья» исполнит дуэт «Вива» городской школы искусств руководитель Тамара Рожина. Thank you.
идешь от края по бульварам, на свидание с тобой. Слезами.
присядеть, рушник вышивая. Роды братика по двору ходить, ружо заражает. Дозволь, мамочка, дозволь, мамочка, ту зятю любить. Боя на кухе жалю надае, с ею тяжко быть. Боя на кухе жалю надае, с ею тяжко быть. Не дозволю я, не дозволю я ту зятю любить. Бо зятю литой, як дашце моё, вельми тяжко жити. Бо зятю литой, як дашце моё, вельми тяжко жити. Такую композицию приготовила для вас очаровательная белорусочка, учащаяся детской школы искусств Дарья Гайдук. Плачет не ребёнок, да это ж наша лялечка.
А через несколько минут наверняка захочешь петь, как солисты образцового коллектива эстрадной песни «Фиеста» под руководством Ольги Антиповой, Даниил Стельченко и Анна Бондаренко. Поддерживает ребят на сцене танцевальный коллектив Конфетилического центра творчества детей и молодежи, руководитель Оксана Машукова.